Наш мир – театр. На сцене света играть нам роли суждено. Строки из стихотворения Николая Алексеевича Некрасова стали лейтмотивом ежегодного Некрасовского фестиваля. В этом году праздник посвятили театру. Начались торжества с традиционного возложения цветов к памятнику поэта на Волжской набережной. А уже далее гости отправились на сам праздник в музей-усадьбу Некрасова. Помимо традиционных чтений стихов, на территории усадьбы прошли мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи, а также театральные выступления известных артистов и любительских творческих коллективов. Открывать фестиваль доверили народному артисту России Юрию Чернову. На любой работе и повсюду мы от вас совсем недалеки. И несем добро и жажду чуда. Ваши навсегда ученики. Посетил некрасовские чтения и символ кинофестиваля «В кругу семьи» – «Бурый медведь». С мягкой ростовой куклой сфотографировать и прогуляться по аллее усадьбы хотели и взрослые, и дети. Обсудить текущие выступления и узнать о звездах, которые приедут на открытие смотра детских и семейных работ, можно было прямо у организаторов.